Привет, друзья! Сегодня мы разберем страшный смертельный файл с хреновой историей. Хреновой в смысле там ничего страшного нет, а не в смысле от нее хреново. Вот истории файла. В общем, дело было так, я решил снова залезть в Тор, браузер, и поискать всякой интересной информации. До этого я не рассчитывал искать SF. Но так получилось, что я через хиднуйкой забрел на какой-то онен форум. Он назывался Virgin. Если хотите, то можете сами поискать на хиднуйкой. Там было немного сообщений. В основном письма для хакеров и все такое. В одном топике была ссылка на видео формата AVI. Я, естественно, скачал, но не посмотрел. Я просто собирал файлы с сайтов, чтобы просмотреть их потом. Сегодняшний день был не так богат этими файлами. Только один текстовик с какими-то инструкциями для мошенников, фото для этого видео. Когда я просмотрел D664 Face AVI, то мне стало очень интересно, и я решил написать этом сюда. На этом видео какой-то человек в маске с жуткими глазами и в капюшоне смотрит прямо в камеру, вращаясь вокруг оси. Комната затемненная и видно какой-то бардак, при этом мигает свет. Сопровождается все это неприятной музыкой, случайными звуками и какофонией, похожей на искаженный американский хор 90-х годов. В этом видео нет ничего страшного и шокирующего, что могло бы повредить психику, но когда я смотрел его поздним вечером, мне было немного неприятно и жутко, потому что кажется, что маска живая и смотрит прямо на тебя своими мрачными глазами. Я заметил еще, что если просмотреть видео больше 4 раз подряд, то картинка проседает в голове на некоторое время. Самый важный вопрос, который меня интересует, кто этот человек, зачем он вообще сделал это видео? Давайте просмотрим это видео еще раз. Чё, не слышно ничего? А давайте я вам кое-что покажу. Я не знаю, пугаться мне или смеяться, посмотрите на это убожество. До этого момента было жутко. После него строительство кирпичного завода остановилось. Я не мастер Windows, но кажется это видео создавалось на десятке. Потому что тут такие же звуки. Давайте осветим и замедлим видео. Что мы видим? Шо? Это не видео, а набор фотографий. Что ты мне гонишь? Тут же понятно, что это видос, а не набор фотографий, но ты дебил. А маска из пилы? Смотрите. Ля, ты крыса, обманываешь подписчиков, но это не из пилы маска. При первом просмотре кажется, будто это действительно смертельный файл, а на деле параша. Сам ты параша, ты про файл даже ничего не рассказал толком, его парашу уже называешь. А давайте теперь я вам расскажу, что представляет из себя файл на самом деле. Маска, конечно, не из пилы, но посмотрите, что я нашел. Один в один та самая маска. А посмотрите на эту фотографию. Один в один помещение, капюшон, ну и, конечно, маска. А это видос с канала Те энд Илон из зарубежного Ютуба.
И скорее всего это именно они сделали этот видос. А теперь можете посмотреть на фотографию, где подробно описаны все схожести между видеороликом и фотографией с канала Tia and Elon. А мне ничего больше не остается, кроме как сказать, что файл D664 Face Avi не является подлинным.